Арлах Шамар, вечір добрий. На ТР продовжується марафон «Три роки спротиву» 26 лютого. І в цьому блоці ми будемо говорити про політув'язнених, про ту, яку допомогу може їм надати тут Україна. І в цьому блоці ми будемо зв'язуватися з адвокатом більшості політичних справ в Криму Ніколаєм Полозовим. Він буде включатися з нами з Москви, з Борисом Захаровим, правозахисником з Харкова. І гость нашої студії – Євгенія Андріюк, це організація «Кримсос», будемо говорити російською мовою, Євгенія з Білорусі. Євгенія, наскільки тема кримських політзаключених хорошо звісна? Ми говоримо зараз не о спеціалістах правозахисників, які знають обо всіх кейсах, які відбуваються в Росії, або в окупованій частині, або на Донбасі, а іменно, скажімо так, для общої, не знаю, коректно ли сказать, общей популяции. И мы говорим не только об Украине сейчас. Очень сложно мне говорить объективно, учитывая, сама я занимаюсь каждый день, и есть тенденция, когда сама занимаешься, то кажется, что об этом и как бы все говорят, но на самом деле это правда, кроме довольно узкого круга людей, которые интересуются этим и занимаются постоянно, вряд ли очень широкому кругу людей в Украине в первую очередь известно. И в целом о всех делах и о части дел крымских. И единственное, наверное, то, когда поднимается какая-то волна, когда идет очередная волна обысков или еще что-то случается, и тогда благодаря медиа, активному освещению, немножко хотя бы эта тема хоть как-то появляется. Но ситуация в других странах еще хуже. Тема, в принципе, того, что происходит в Крыму, всех заключенных, очень мало известна в целом там на Западе, в западных странах. Это то, куда в принципе, стоит довольно много усилий тратить, чтобы про это было известно. Я правильно понимаю, что на Западе понимают уже такие вещи, вот, когда в России происходило с Магнитским, который погиб в тюрьме, да, после издевательств. Только такие вещи, или вот как ситуация с Ильдаром Дадиным, да, вот, которого сегодня отпустили, когда пытки, 2 года издевательств, и это становится известно. Или есть какие-то технологии донесения того, что происходит, когда люди все-таки не погибают, а не являются узниками совести? Да, естественно, эти случаи, когда случается что-то страшное, это самые громкие случаи, о которых проще говорить, о которых даже, ну, не стоит направлять много усилий, не становится известно автоматически. Поэтому, когда это не настолько страшные, громкие случаи, про это просто нужно постоянно говорить. И, ну, как бы рассказывать истории. Мы много стараемся рассказывать через личные истории людей. Кто такие эти люди, что случается и что происходит. В западных странах это немножко проще делать через дискурс прав человека, потому что права человека, в принципе, последние 20 лет стали такой темой, о которой, как любое правительство западных стран считает нужным говорить и обращать внимание, так и, в принципе, для людей это очень важная тема. Поэтому не становится ли вот эта тема прав человека темой именно левого политического дискурса, из-за чего, скажем, остальной спектр может не обращать внимания на это сейчас? Как по мне, так, в принципе, тема прав человека стала уже такой частью мейнстрима и частью внешней политики в целом всех стран. И это очень интересно, например, здесь, когда есть в посольствах есть обязательно один человек, там, атташе по правам человека, который специфически только этой темой занимается. Это в каждом посольстве есть? Среди большинства западных стран, да, есть. И они хорошо проинформированы о ситуации с политзаключенными Крыма? Это зависит от страны. То есть, например, американское посольство однозначно. Это одни из самых в этом плане приятных встреч, когда мы встречаемся с представителями как правительства американского, так и посольства. Очень часто эти люди знают намного больше, чем здесь знают чиновники. Или, в принципе, люди. Среди большинства европейских стран, да, есть атташе по правам человека, и они довольно много знают. Но даже среди них, да, то есть, как бы, чем меньше страна вовлечена, тем, естественно, меньше к этому внимания. Я задаю вам этот вопрос, и, мне кажется, конечно, его хочется задать и Борису Захарову, который у нас будет скоро на прямой связи. Он, наверное, будет не очень политкорректный в связи с тем, что большое количество людей и, скажем, назовем так, облав и арестов происходит по делу Хизб-ут-Тахрир. Есть ли какое-то клише, что, ну, это мусульмане, которые и так, скажем так, в европейских и в западных глазах не очень благонадежны, и это не та тема, в которую нужно включаться со всей отдачей? Это одна из страшных тактик, которую Россия использует, и, к сожалению, в которой Россия преуспевает. В целом, вся эта рамка борьбы против терроризма, это то, что в Европе популярно, это тот язык, которого люди боятся, это то, о чем не хотят говорить. И в целом, в Европе очень многие правозащитники много работают с этой темой, борьба с терроризмом и права человека, да, как соблюдать даже те, кто обвиняются, по кому есть вполне обоснованные опасения. И здесь, правда, Россия очень тонко играет в эти игры с терроризмом, экстремизмом, то, что она таким образом
образом пытается оправдать свои действия. И особенно в 2016 году Россия очень много сил на международной арене, во всех международных организациях именно на это делала упор, на борьбу с терроризмом. Поэтому, правда, это одно из тех дел, о котором сложно говорить. И, к сожалению, я вижу, что даже иногда украинские правозащитники предпочитают не столько говорить о деле Хизбут Тахрир, потому что о нем сложно говорить, как скорее о деле 26 февраля, например. Также сложно говорить о деле диверсантов, например, якобы украинских. Ну, дело 26 февраля, как мне кажется, это дело защиты территориальной целостности Украины, хотя там большинство крымские татары, но это как бы проукраинский митинг, который отсрочил на один день, да, вот эту оккупацию Крыма. Хотя мы понимаем физически, что, в принципе, очень многие люди, которые были 26 февраля, они же и есть люди, которые фигуранты по делу Хизбут Тахрир. Но... Да, это и запрет Меджлиса. Про Меджлис тоже довольно просто говорить. По Хизбут Тахрир на самом деле очень сложно говорить. Но по Хизбут Тахрир самое большое количество уже осужденных, задержанных и арестованных. Да, и в этом одна из тех вещей, которые страшно, а с другой стороны, это дело, которое является в том числе и общероссийским делом. Да? На материковой России людей задерживают десятками по делу Хизбут Тахрир, когда эти дела только успевают хоть как-то фиксироваться правозащитникам. Поэтому в том числе это одна из тенденций общероссийских, да, дела Хизбут Тахрир. И в принципе для многих российских силовиков это очень простой способ дослужиться дальше, выслужиться. Мне говорят, что на связи с нами Борис Захаров, правозащитник. Добрый вечер, Борис. Вы меня слышите? Борис, добрый вечер. К сожалению, мы не слышим Бориса. Каким образом противостоять вот такой вот тонкой игре, когда смешивается в одну кучу терроризм и политические преследования? Мы всегда начинаем по делу Хизбут Тахрир говорить простые вещи. С того, что нету ни одного доказательства о том, что эти люди хоть как-то причастны к Хизбут Тахрир. Более того, мне кажется, надо говорить о том, что нет ни одного случая ни терроризма, ни попыток терроризма за эти годы. Это, да, это следующий этап, о котором, как правило, мы говорим, потому что даже добавлю, по тем людям, которые осуждены уже, суд происходил в очень, была очень слабая доказательная база. Ничего, кроме разговоров на кухне, в принципе, людям не вменяется. Следующий этап, да, на самом деле, что, во-первых, не было ни одного террористического акта. С другой стороны, очень важно, что эта организация не запрещена в Украине. И даже если уже говорить о том, что Крым оккупирован, тем не менее, не предполагается, что люди резко возьмут, скажут, ну ладно, раз теперь Россия контролирует Крым, мы теперь не будем стоять в тех организациях, в которых мы состояли. То есть очевидно, что даже с этой точки зрения должен был быть какой-то, не знаю, там переходный период или определенные исключения, но это другой режим правовой для оккупированного полуострова. Мне говорят, что Борис с нами на связи. Добрый вечер, Борис. Но опять что-то мы видим, видео есть, а звука... Мне кажется, Борис нас слышит, да, Борис? Да, я вас слышу. Борис, вот как раз мы сейчас обсуждаем тему дела Хизбут Тахрир. По этому делу в Крыму наибольшее количество как осужденных, так и вне территории Крыма задержанных, арестованных. И мы с Евгением обсуждали то, что Россия очень тонко умеет использовать эту тему терроризма, особенно так называемого исламского терроризма, да, и вот этих вот дел политических, и как этому противостоять для того, чтобы информировать, прежде всего, западное сообщество о преследовании в Крыму? Ну, нужно использовать все механизмы для информирования. Борис, именно вопрос именно в том, что вот такая тонкая тема такая страшная исламского терроризма, да, и тема преследования людей, которые к терроризму никогда не имели никакого отношения. Первый момент – это Украина должна занимать последовательную позицию в этом отношении. Вы знаете, что у нас в Украине под экстрадиционным арестом в Россию находится кто-то под экстрадиционным арестом, кто-то выпущен уже под особистое зобов'язання, находится 11 человек, обвиняемых Россией в терроризме. Дела, как две капли воды, одинаковые с нашими делами наших крымских мусульман. И тем не менее, тут наше государство их преследует, сажает под экстрадиционный арест и собирается экстрадировать в Россию на расправу. Это дела людей с Северного Кавказа, чеченцев, ингушей, дагестанцев, кабардино-балкарцев. Башкир. То есть
Тут мы, получается, верим российским сфабрикованным делам. И поэтому мне кажется, что Украине следует занимать жесткую последовательную позицию. У нас Хизб-ут-Тахрир организация не запрещенная. Эта организация вообще не является террористической. Она никоим образом не призывает к насильственным действиям. Это исламская, мусульманская, религиозная организация. И мы должны на этом настаивать и занимать тут последовательную позицию. Как в отношении крымских татар, наших співгромадян, які знаходяться на окупованій території, так і в отношенні мешканців Північного Кавказу, яких Росія запрошує, щоб ми їх видали на розправу в Російську Федерацію. При цьому державна міграційна служба їм відказує в предоставленні статусу біженця. Борисе, а коли ви кажете про позицію української держави, а конкретніше, це чия позиція має бути в даному випадку? Генерального прокурора, судової системи? Перша, це позиція Генеральної прокуратури, яка веде ці екстрадиційні справи. Друге, це позиція Державної міграційної служби України, яка має перевірити, чи не зможе цим людям розправа, там щось з життю та здоров'ю цих людей на території Російської Федерації, чи не будуть вони піддані катуванням, чи не зникнуть вони взагалі, чи не будуть вони вбитими. Ну так само це дуже сильно залежить від позиції Служби безпеки України, яка робить спецперевірку начебто на причетність до терористичних організацій, але насправді така перевірка не робиться. Борисе, ми зараз говорили про те, ви порушили цю тему, позиції української держави щодо тих людей, які перебувають на території України, яку Україна контролює. Да? Ми кажемо про материкову Україну. А щодо тих людей, яких переслідує Російська Федерація так, в Криму, але повертаючись до теми все ж таки Криму, і не тільки так. Справи Хізбут-Тахрір, і справи 26 лютого насамперед, це сьогоднішній день. Да? Це люди, які брали участь в цьому мітингу на захист територіальної цілісності України. І там переважна більшість були кримські татари і переслідуються винятково кримські татари. Да? І справа Меджлісу, по якому ухвалено рішення щодо заборони визнання екстремістської організації, але ми поки не розуміємо, як буде розвиватися вона на практиці, да? Реалізовуватися щодо 2500 людей, які є членами різних рівнів Меджлісу. От що Україна може робити для цих людей? Для тих, хто в Криму? Перш за все, розслідувати справи проти тих, хто переслідує наших співгромадян. Переслідувати переслідувачів. Документувати всі ці справи. І порушувати теж справи про незаконні дії щодо наших співгромадян. Все. На всіх дипломатичних, тут є кілька рівнів. Є правовий рівень. Наша організація веде багато справ. В окупованому Криму і справа про заборону Меджлісу кримсько-татарського народу і 26 лютого справу і частину справ мусульман. Наша організація зверталася до Генеральної прокуратури, до прокуратури Криму. Ми налагодили співпрацю і ми надаємо дані, які у нас є, прокуратурі. Прокуратура також має порушувати справу. Вона порушила справу, декілька справ з приводу 26 лютого. Вона має досліджувати ретельно встановити всі події. І також ми робили аналіз з міжнародними експертами цієї справи. Там є бездіяльність. 26 лютого була бездіяльність наших правоохоронних органів. І цю справу має розслідувати прокуратура і встановити справжніх винуватців в тій ситуації, коли там постраждали і загинули люди під час цих мітингів. У мене зараз тому, одне ще запитання. На наш погляд, ми чітко, ретельно дослідили і встановили всі ці події. Наші міжнародні експерти це зробили. І встановили, що справа проти Ахтема Чийгоза є сфабрикованою, політично вмотивованою, а насправді
фігурантами справ щодо подій 26 лютого можуть бути правоохоронці, які бездіяли в тій ситуації або діяли непрофесійно. Ви зараз маєте на увазі прокуратуру Автономної Республіки Крим, яка діє на материку тут в Києві, так? Прокуратуру Автономної Республіки Крим. І наскільки в неї є можливість розслідувати ці справи? На відміну від попередніх двох років, не можна сказати, що зараз прокуратура бездіє. Зараз прокуратура співпрацює і займається цими справами. Питання до вас обох. Якщо ми торкнулися вже теми Ахтема Чийгоза, і це і Алі Асанов, і Асанда Гірменджі, людей, які сидять по справі, переслідуються, да, поки нема вироків, по справі 26 лютого. І до вас теж це запитання. Фізично їх захищають російські адвокати. Їхні справи на міжнародному рівні, вони мають йти тоді через Російську Федерацію? Чи все ж таки міжнародний суд буде визнавати цих людей громадянами України і українську юрисдикцію, і можна йти через Україну на міжнародні суди? Ну, якщо не помиляюся, це Страсбург, да? Якщо по ним? Страсбург. Тут ось в чому справа. Зараз, на даний момент, Росія має ефективний контроль і юрисдикцію над окупованою територією як держава-окупант. І справи ці про переслідування проти Ахтема Чийгоза, Дігерменджі і всіх, хто справи мають подаватися проти Російської Федерації до Європейського суду прав людини. Так? До України можуть бути претензії тільки в бездіяльності. І ці подання мають бути паралельно з тим захистом, який відбувається у фактично російських судах зараз? Чи все ж таки спочатку цих людей мають засудити і після того лише можна позиватися? Треба обов'язково використати всі національні, так звані національні механізми, в даному випадку в Росії держави-окупанта, тобто пройти суд першої інстанції, суд другої інстанції, і потім звертатися до Європейського суду з прав людини. Але щодо п'ятої статті, щодо порушення п'ятої статті, права на свободу та особисту недоторканність, можна, ну, вже є... Не чекаючи вироків. Ці справи. Не чекаючи вироків, так. Дякую. Це був Борис Зухаров, правозахисник, який був на прямому зв'язку з нами по скайпу. Євгенія, я хочу поняти, эти дела есть уже по крымским политзаключенным? Направляются ли, готовы ли они для международных судов или нет? Или, например, я ничего не знаю об этом, о работе на международном уровне. Да, часть дел готовится, и в целом есть несколько различных органов, по которым сейчас ведется работа. Да, есть так называемые претензии межгосударственными. Государственные – это последние, например, подавали в Международный суд ООН. Это было несколько трибуналов, например, по морскому праву. Это все иски между государствами, претензии Украины к России как государству. У нас также сейчас есть 4 межгосударственных иска в Европейском суде по правам человека. И там также включены претензии по нарушениям всем, в том числе прав человека, в том числе крымских татар. Сейчас, например, Россия подготовила ответ, и Украина готовит сейчас большую доказательную базу и передает, вот я надеюсь, в следующем месяце будет передан пакет. В этих делах все перечисленные люди, которые преследуются России, или как они? Сейчас дела идут по годам. Например, в Международный суд было подано в целом, есть своя специфика по конвенции по расовой дискриминации. И это будет рассматриваться только в рамках по расовой дискриминации, ряд оккупации с 14 по 16. В Европейском суде... дела будут конкретно попадать под расовую дискриминацию? Это есть определение в самой конвенции, и это Я имею в виду, вот какие из тех дел, о которых мы знаем, Чийгоз, Асанов, Дегерменджи или те ребята, которые... Я думаю, с моей позиции практически все преследования крымских татар, как в уголовном, так и в административном, по административному уголовному законодательству, являются одними из случаев расовой дискриминации. Да? То есть в расовой дискриминации, что фактически будет оказываться, что крымские татары, как этническая группа, преследуются в оккупированном Крыму. Что это не только людей преследуют по каким-то политическим взглядам, а в целом потому, что человек принадлежит к этой этнической группе, его преследуют, либо дискриминируют. И это будет та доказательная база, которая пойдет в Международный суд. В Европейский суд сейчас, насколько я знаю, один из исков, он это только дела за 14... Минюстовские? Это Минюст занимается этими делами? И МИД. И МИД. Да, да. И...
ну, вот эти два органа, и каждый из них больше отвечает там за свою часть и немного за разные дела. В Европейском суде есть дело за 2014 год, и сейчас занимаются больше всеми нарушениями именно за 2014 год. Есть подано за 2015, я не помню, есть ли подано за 2016 или нет. Но это со стороны государства. И плюс есть еще несколько дел индивидуальных, которые подаются уже от людей индивидуально. Да, и у нас занимается этим много именно Хельсинская спилка, Борис рассказывал. И у них есть несколько дел, которых они ведут. Это зависит уже больше от того, на каком уровне, грубо говоря, там является дело человека, например, запрет Меджлиса будет обжаловаться в Европейском суде. Ну, я думаю, это просто зависит от того, сколько есть ресурсов у правозащитников, но я думаю, что так или иначе, через еще какой-то период, самые основные дела, ну, и надо стремиться, я считаю, к тому, чтобы все дела были поданы в Европейский суд, потому что, ну, это нарушение международных норм. Но в любом случае, это несколько лет, да, процедура? То есть люди будут сидеть? Европейский суд рассматривает дела по самой ускоренной процедуре, это где-то от года, да, и, к сожалению, дальше это 5-7 лет. В чем эффективность европейского суда? Это решения обязательные, и в случае, если европейский суд обнаруживает, что были нарушены нормы, это денежные компенсации, которые государство обязано выплатить. Россия, естественно, является одним из злостных, в том числе, неплательщиков и неисполнителей. У них есть их скандально известное решение конституционного суда, что если нормы, если решение противоречит их конституции, то они не исполняют. Да, что, естественно, является с точки зрения международного права нонсенсом. Но, тем не менее, это единственная эффективная институция. Ну, и нет никаких инструментов воздействия в этом случае. Ну, то есть есть, они так называемые инструменты мягкого воздействия. Сейчас, например, делегация России не принимает участие в парламентской ассамблее Совета Европы из-за этого. Это также вплоть до исключения. Ну и дальше есть целый ряд механизмов так называемого мягкого воздействия. Что есть, туда включается? Например, очень много органов ООН по правам человека, и мы занимаемся, например, насильственными исчезновениями. Есть рабочая группа ООН по насильственным исчезновениям. Они не могут принимать решения обязательные, но такой у них мандат. Но тем не менее, это все как бы инструменты дипломатического воздействия. Они подают ноты, они встречаются, они требуют. И когда собирать все эти органы вместе, включая там резолюцию, Генеральную ассамблею, создается все равно так или иначе хоть какое-то давление. Это единственные механизмы, которые у нас есть. И несмотря на то, что Россия иногда, ну и в целом ведет страшную политику, репрессивную, тем не менее на международной арене им хочется играть и выглядеть, ну, не такими-то уж и плохими. И часто поэтому все эти действия, собранные вместе, имеют эффект, и можно добиваться того, чтобы людей освобождали. Евгений, у меня такой вопрос. Спасибо, что вы поняли тему насильственных исчезновений. Кроме исчезновений, была же такая смерть Ришата Аметова в первые дни оккупации. В Крыму еще не было даже никакого по их законам референдума. Да? Они шли референдумы. Очевидно, и есть видео доказательств того, что человек выходит на одиночный пикет. Это политическая акция, мирная, ненасильственная. Человека сажают люди в форме самообороны Крыма, да, или вот этих вот незаконных формирований. После этого его находят изуродованного, изувеченного и убитого в лесу Белогорского района. Это накануне референдума 15 марта. Кто должен рассматривать это дело? Кто его должен доводить до международного уровня? Или до какого, или где он вообще это должен рассматриваться? Мы квалифицируем это, кроме насильственного похищения, потому что оно было, как внесудебную казнь. Внесудебная казнь — это тогда, когда преступление совершается органами власти, но без грубого какого-то решения суда. Поэтому, кроме похищения, это, к сожалению, случай внесудебной казни. Точно так же, я, честно говоря, не знаю, подано ли сейчас в Европейский суд дело Ришата Аметова или нет, но я уверена, все равно не подано, то она готовится. То есть, фактически, как и во всех других случаях нарушения прав человека, это точно так же здесь самый эффективный будет инструмент Европейского суда. Но также, как сказал Борис, в первую очередь очень важно, чтобы этим занимались и национальные органы, украинские. Мы точно так же с таким же требованием обращаемся и к российским органам, как государство, которое имеет контроль, что эти преступления обязаны быть расследованы, особенно в деле Ришата Аметова, когда есть видео, когда, ну, по видео можно идентифицировать этих людей. До сих пор нету ни одного подозреваемого, который был бы задержан по этому делу. А вот знаете, что меня в этом деле интересует, почему я задал вам вопрос? В отличие, внесудебные казни, они же были и в Чечне, и вообще на Северном Кавказе, в России, но это было, скажем так, ни в коем случае не как оправдание, в военное время, да, это военные преступления. Здесь попытка представить не военное, не насильственное присоединение Крыма, да.
И это все происходило на фоне грубейшего нарушения международного права. Вот это происходило у всех на глазах. Весь мир в этот момент следил за Крымом в те дни в 2014 году. Убийство Ришата Аметова непосредственно связано. Да, если мы говорим о других исчезновениях, Россия твердит, что неизвестно, почему эти люди исчезли или погибли, то здесь понятно, здесь очевидно причинно-следственная связь явная. И почему я так долго говорю? Почему имя Ришата Аметова не стало таким, как имя Магнитского? Почему и после Ришата Аметова не появились там списки Ришата Аметова, санкции Ришата Аметова? Ведь это вот с точки зрения вот происходящего в тот момент было во много-много раз страшнее. Это была акция запугивания всех крымских татар. Да. В целом, комментируя вот по тому, что происходило и тогда, мы выделяем обычно два процесса, которые происходили. Это военная операция с одной стороны, а с другой стороны создание видимости, что якобы люди хотят присоединиться к России. И именно поэтому вся большая кампания по запугиванию, по арестам, по исчезновениям в этот период с конца февраля по май очень очевидная. Очень много людей, кроме было также похищено, были также задержаны. Почему, к сожалению, вопрос страшный и неприятный, в первую очередь, для нас самих, наверное, потому что мы сами, в первую очередь, не довели это, да? То есть, кто, кроме нас, должен этим заниматься? Давайте мы продолжим эту тему. Не довели, и о вопросе технологии доведения, да, до широких масс. Продолжим после общения с Николаем Полозом, адвокатом, который в Крыму ведет большинство политических дел. Это дело Ахтема Чайгоза, дело 26 февраля и дело людей, преследуемых по Хизбу Тахриру. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Я сегодня увидел и у вас в постах Фейсбука Юлы Фейгина о том, что появились транспаранты на марше Немцова в поддержку политзаключенных украинских и в поддержку крымских татар. А можете немножко об этом рассказать? Да, сегодня в Москве проходило массовое мероприятие, это марш памяти Бориса Немцова. И Марк Фейгин и я, мы в рамках этого марша вместе... из Крыма. Что у нас оборвалась связь, мы попробуем с Николаем связаться через буквально минуту. Технология... Об этом я узнал от правозащитников, что на самом деле каждое дело, которое становится резонансным и известным, и дела не менее резонансные, но не такие известные, это все на самом деле тоже технология, в которой и у правозащитников тоже существуют свои технологии доведения до этого. Не сказать, что есть какие-то супер наши технологии или инструменты, но, естественно, возвращаясь к списку, к тому, что это довольно кропотливая работа, нужно собрать все эти фамилии, какие-то известны, какие-то нет. Я прошу прощения, опять вроде Николай с нами на связи. Николай, к сожалению, связь оборвалась сразу, как вы начали рассказывать о сегодняшнем марше в Москве. Да, вместе с моим коллегой Марком Фейгиным в рамках... марша памяти Немцова мы прошли колонной с требованием прекратить репрессии в Крыму, с поддержкой крымских татар, с поддержкой украинских политзаключенных. Но можно сказать, с учетом того, что в акции принимали участие и наши друзья, которые специально приехали из Крыма, крымские татары, наверное, это была самая массовая акция крымских татар на территории Москвы, наверное, с конца 80-х годов. И нам, конечно, очень приятно, что нам удалось, пускай и по такому не очень хорошему поводу, но все-таки собрать значительное количество людей, которые выступили в поддержку именно крымских татар. Что касается текущей ситуации, то, конечно, в Крыму за последние 3 года ситуация стала очень тяжелая. И мы видим, что преследованию подвергаются не только активисты, но и, в принципе, случайные люди, которые соседи, которые приходят поддержать своих соседей. С такими методами, я думаю, что любое собрание крымских татар скоро будет заканчиваться задержаниями, арестами и так далее. Пока мы считаем, что единственный выход, чтобы хоть как-то ослабить давление репрессивное на людей, которые есть в Крыму, это объявить амнистию. Российская Государственная Дума должна объявить амнистию. И, по крайней мере, те люди, которые до настоящего времени там находятся в положении обвиняемых, подсудимых или осужденных, они должны обрести свободу. Мы сознательно не касаемся политического вопроса, речь идет исключительно о гуманитарных соображениях, но наше обращение с Марком Фейгиным уже достигло определенных результатов. Глава Совета по правам человека Федотов
некоторые представители Совета Федерации и Государственной Думы уже начали обсуждать, по крайней мере, возможность принятия этой амнистии. Я надеюсь, что, по крайней мере, те дела, которые были возбуждены за последние 3 года, их удастся прекратить, а людей этих освободить. Ну вот как раз таки я хотел вас об этом спросить. Федотов заявил о том, что к 3-летию присоединения Крыма возможна такая амнистия по отношению к крымским татарам. Вы же, мы с вами связывались буквально где-то месяц назад, когда Эмиля Курбединова задерживали вместе с Ираном Салиевым, и вы тогда говорили, что это виток и это предупреждение уже по делам против Меджлиса. Вот здесь нет ли противоречия? Будет амнистия или после амнистии будет уже виток политический против Меджлиса, и на самом деле никакого противоречия здесь нет? Ну, на самом деле никакого противоречия нет. Нет никаких гарантий, что завтра людей амнистируют, а послезавтра таких же других людей там не заберут. Но, на мой взгляд, действуя в рамках, достаточно в жестких рамках, которые нам предоставляет российское законодательство и российская власть, необходимо все-таки отвоевывать этих людей обратно, добиваться поставленных задач. И, на мой взгляд, если нам удастся сегодня освободить несколько человек посредством амнистии, ну, тогда будет проще решать задачи, поставленные перед нами, если послезавтра возьмут других каких-то людей. По крайней мере, количество не будет увеличиваться. И любой спасенный человек в Крыму, это, конечно, будет достижение. Николай, еще вопрос у меня по сегодняшней акции. Удалось только пройти с транспарантами или были какие-то выступления и, скажем, публично звучала ли поддержка в адрес крымских татар со стороны кого-то из оппозиционеров? Потому что казалось в последнее время, что российская оппозиция не очень хочет касаться крымско-татарской проблематики, крымско-татарской темы, как бы ее обходит публично. Так и есть. К сожалению, формат марша не предусматривал митинг, то есть никаких выступлений не было. И в целом отношение в российские, даже оппозиционные среде, даже интеллигенции, Крыму очень и очень, ну скажем так, абстрагированные. Почему? Люди стараются не замечать неприятных вещей. Вот для них репрессии в Крыму — это неприятные вещи. Почему? Потому что начинаем с репрессий, тогда надо касаться вопроса территориального статуса Крыма. Вопрос территориального статуса Крыма — это уже в России, по крайней мере, публичное высказывание по этому вопросу. Это уголовное дело, мы это знаем по делу Ильми Умерова или Николы Семины. Поэтому люди стараются держаться от опасности как можно дальше. Вот этой токсичной радиоактивной темой Крыма занимаемся я и мой коллега Фейгин. Мы не боимся. Николай, вы и Марк Фейгин, вы адвокаты, и хотя сейчас вы стали уже и политическими адвокатами, но если сравнивать с советским временем, да, читать эти хроники, это не только ведь Сахаров и Елена Боннер, там, и Подробинок, и вспоминать там целая плеяда российских и украинских диссидентов, Петр Григоренко, выступали в защиту крымских татар. Да, это была одна из тем, крымско-татарское национальное движение, одна из первых диссидентских тем в Советском Союзе. Это была токсичная тема и для этих людей в то время. Почему это происходило в 70-е, 80-е и не происходит сейчас в нынешней России? Я думаю, это обусловлено качеством российской оппозиции. В те советские годы люди находились в более жестких условиях, были более закаленные. Скажем так, постсоветская действительность, она немного людей расслабила. И я думаю, что не каждый готов взять на себя груз и бремя той ответственности, которую брали Григоренко, Сахаров и другие люди. Поэтому вот такая вот сейчас оппозиция в России. И буквально поэтому, да. Один еще вопрос, мы с Евгением его обсуждали. Вот когда дело касается именно Хизб-ут-Тахрира, почему я понимаю, акцентирую на это, потому что по Хизб-ут-Тахриру наибольшее количество и осужденных, и арестованных, которые ждут своей участи, и уже задержанных, да, по административным делам. Когда касается именно Хизб-ут-Тахрира, России очень легко манипулировать и очень трудно доносить до европейской, западной публики, что это политические преследования, потому что здесь как бы ислам, терроризм, все одну кучу, и очень болезненно воспринимается это в западном мире, да, на фоне того, что происходит в той же Сирии или с тем же ИГИЛом. Как противостоять вот этой вот манипуляции, на которой играет Россия, которой пользуется российская официальная власть? Где Хизб-ут-Тахрира? Как разделять вот это, что где терроризм и где политическое преследование? К сожалению, действительно, в делах Хизб-ут-Тахрир Россия пытается разыгрывать исламский фактор. И в условиях борьбы с исламским государством в Сирии и Ираке, и в условиях последних всех событий в мире, конечно же,
тяжело объяснять мировому сообществу о том, что Хизбут-Тахрир – это партия, которая исповедует ненасильственные принципы достижения своих целей и так далее. Но, на мой взгляд, если мы говорим о крымских татарах, то решающим должно быть не религиозные, скажем так, компоненты этого народа, а именно национально-освободительная борьба. То есть мы говорим, что и хизбы, и члены Меджлиса, и другие крымские татары, они борются не за каждый за свои какие-то вещи. У них есть общий интерес. Это жить на своей родине свободно, исповедовать те взгляды, которые они считают необходимым. И, на мой взгляд, в контексте именно национально-освободительного движения можно будет помочь как, скажем так, политическим активистам, так и религиозным активистам из числа крымских татар. Я вас немножко обманул, сказал, что последний вопрос. А последний вопрос. Достаточно ли делает Украина, украинское государство, украинская правозащита и украинское общество в целом для защиты своих граждан в Крыму? Я вижу, что в Крыму предпринимают значительные усилия и Мустафа Джемилев, и Рифат Джубаров. Предпринимают, скажем, часть украинского общества и правозащитники. Но будучи, вот я буквально несколько дней провел в Киеве, был в Верховной Раде, где принимал участие, в том числе и в ряде мероприятий, посвященных 26 февраля. На мой взгляд, главное, что сейчас может сделать украинская власть и чего она не делает, это предоставить крымским татарам национальную автономию в Крыму. Да, сейчас временно Украина не контролирует эту территорию, но так тем проще вынести соответствующие законодательные решения. Люди ждут 3 года этого. И сделать сигнал остальным крымским татарам о том, что Украина ждет вас, что это Украина признает вашу субъектность. Безусловно. Почему, на ваш взгляд, Украина не дает этих сигналов? Но надо понимать, что, во-первых, в Украине нет такой жесткой вертикали, как в России, где принято решение, оно спускается по вертикали. Много центров принятия решений, каждый перетягивает одеяло на себя, но выступая в Верховной Раде с обращением Ахтема Чайгоза, в том числе и президенту, и он в своем этом обращении указал, что принятие этого закона о предоставлении крымским татарам автономии – это тот решительный шаг, который украинская власть должна сделать в этом году. Тянуть дальше уже нельзя. Кстати, если возвращаясь к заявлению Ахтема Чайгоза, которое мы сегодня полностью транслировали и опубликовали на наших ресурсах, он перечисляет, прежде всего касается таких тем, как барыги у власти, да, разделяя на то, что происходило в Крыму, на тех, кто на крымских татар и барыг у власти. Это полный перечень фамилий, которые он заявил, там всего их 3, или там еще кто-то имеется в виду? Ну, я думаю, что речь даже не столько в персоналиях, сколько это некий собирательный образ отношения тех людей, которые были при власти до событий 3-летней давности, которые, безусловно, рассматривали Крым, крымских татар, как некую кормовую базу для достижения своих каких-то политических получений дивидендов. И, естественно, Чайгоз, как человек, который более 2 лет находится в изоляции, особенно остро воспринимает подобную несправедливость. Я думаю, что может быть, в некотором роде упрек бросается и нынешней власти, у которой еще есть шанс все исправить. Спасибо. Это был Николай Полозов, адвокат по многим политическим делам, которые происходят в Крыму, и который нам сегодня рассказал о том, что транспаранты в поддержку крымских татар сегодня удалось принести на марш в память Бориса Немцова, убитого 2 года назад в Москве. И мы возвращаемся с Евгением к теме донесения, технологии донесения. И мы, на примере Ришата Аметова, почему это дело не стало таким резонансом во всем мире, почему его фамилия не так же известна, скажем, даже в правозащитных кругах мировых, да, как та же имя Магнитского, почему не появились санкции по Крыму имени, например, того же Ришата Аметова. Mm-hmm. Вот эта технология, в чем она заключается? Я единственное добавлю немного о том, о чем говорил Николай, кроме того, что сегодня было, 2 недели назад был пикет в Москве в поддержку крымских татар, и, по крайней мере, организаторы заявляли, что каждый месяц будут выходить с пикетом в Москве, что, как по мне, так хоть как-то активизирует немного российское общество. И правда, очень приятно отсюда видеть и поддержку, и солидарность там. Что касается Ришата Аметова и всех санкционных списков, я говорила о том, что в первую очередь это, по крайней мере, мы это всегда видим в первую очередь как нашу задачу. Да? И просто там механизмы, инструменты стоят в том, чтобы собирать имена тех людей, которые вовлечены, которые как отдают приказы, так и непосредственно своими руками
выносят приговоры, рассматривают дела. Это и полицейские, это и судебные приставы, это естественные судьи. И те люди, которые пытают сами, и те люди, которые негуманно обращаются. И иногда эту информацию сложно... И фамилии же можно находить и доставать? Естественно. Чем более публичный процесс, чем более публичные там адвокаты, есть с ними связь, тем проще это делать. То есть намного сложнее это делать по более там новым делам, например, по делам там диверсантов, так называемых, да, по которым и госадвокаты, и очень тяжело выходить на контакт с семьями. Естественно, чем больше есть контакт, тем проще эту всю информацию найти. Некоторые дела, которые более сложные, например, в случае всех исчезновений, но это в первую очередь должны бы делать полиция, и уж потом передавать это все публично. Но я считаю, что то есть, есть определенная сложность, но есть и то, что просто очень давно, мы уже, наверное, больше года в правозащитной среде и с различными представителями госорганов обсуждаем, что должен быть такой список Чайгоза Аметова или, ну, по-разному называют список Чайгоза Сенцова, чтобы он был публичный, чтобы это было личные персональные санкции, чтобы человек, который участвует во всех этих репрессиях, хорошо понимал, что если он участвует, и рано или поздно его эти санкции коснутся, и ему придется нести ответственность за то, что он делает, и за то, что он вовлечен. Поэтому ну, я со своей стороны только могу говорить о том, что мы работаем, в том числе наша команда, с тем, чтобы этот список появился, и очень много здесь людей, которые в этом заинтересованы, и я бы видела, что это как одно из очень приоритетных задач сейчас для нас всех здесь в Украине, чтобы этот список как можно скорее в ближайшие месяцы был. Евгений, насколько я правильно понимаю, об этом чему-то не принято говорить в эфирах, в прямых эфирах и публично, что на самом деле не хватает просто иногда... денег для того, чтобы нанимать российских адвокатов и найти тех адвокатов, когда касается не только денег, а просто найти тех адвокатов, которые будут заниматься, потому что мы понимаем, что Фейгин и Полозов не могут заниматься всем Крымом, да? Кроме того, не хватает людей, которые смогут там убеждать, да, не знаю, это должны быть чуть ли не политические психологи, рассказывать о том, что происходит, потому что мы столкнулись с тем, что, например, семья того же Балуха, это фермера из Темного Крыма, которого задержали в конце концов, да, с его проукраинской позиции, просто боится говорить о том, что происходит. Хотя мы знаем на примере других семей, что вот как раз-таки в этих случаях не надо бояться уже говорить, да, когда преследуют. Потому что зачастую саму семью уже не сажают вслед за главным фигурантом. И надо максимально рассказывать о том, что происходит, обо всех нарушениях, да, процессуальных даже нарушениях. Но этого нет. Мы о многих просто не знаем. Да, я очень благодарна за этот вопрос. И для меня лично это является самым больным, наверное, вопросом, потому что ситуация, в которой сейчас оказываются семьи политзаключенных, когда, ну, а все дела практически, кроме Ларисы Китайской, это дела мужчин, когда задерживают и забирают кормильца. И кроме того, что семья и так остается без человека, который приносит деньги в семью, это еще и очень много дополнительных расходов на адвоката, просто на передачи. Если людей уже перевели в материковую, на материковую Россию, то это просто поездки туда. Одно дело досудебное разбирательство и суд, это стоит около 3-4 тысяч долларов на адвокатское сопровождение, не говоря уже потом об обжалованиях и дальше про все. И это, ну, не просто ужасная несправедливость, а сложно представить, в какой ситуации эти люди оказываются, что, ну, все это ложится просто бременем на них. Слава богу, что сообщество крымских татар очень солидарно и поддерживает людей, помогает, но, ну, эти ресурсы не бесконечные. И говоря об адвокатах, очень важно, что это не только Полозов и Фейгин, но это в том числе и крымские адвокаты. Да, это немного, но тем не менее, да, это целая группа, да, и у них есть их коллеги, с которыми они работают в группе. Очень важно, и мы со своей стороны всегда это поддерживаем, и адвокаты, в принципе, так обычно работают. Это так называемые связки, когда по делу работают адвокат с Москвы или с России. Возможно, это вот некорректный вопрос. Вот эти вот западные атташе по правам человека, они готовы выслушивать или они готовы включать именно в конкретную помощь в таких делах? Это зависит от каждой страны и от ресурсов. Например, Америка, я говорила, и комплимент о том, что они очень хорошо в курсе, но они правда готовы и в том числе финансировать, и финансируют и организации, в том числе прямую помощь. Да, есть ряд стран, которые готовы, и ряд стран, которые не готовы, но вопрос в том, что, опять же, и об этом... Что, кроме Соединенных Штатов Америки, от вас о других посольствах не слышу. Я так понимаю, из европейских никто не проявляет, да? Ну, сейчас в Европе процесс намного более сложный, потому что Британия всегда там была и есть, и остается большим сторонником. Но сейчас в связи, естественно, и помощи, и поддержки. Но сейчас в связи со всем процессом и с Брекситом в Британии, они очень много сконцентрированы
сделаны на себе. В Германии, во Франции выборы в этом году, и поэтому как бы очень много человека, у да? них уходит как бы энергии, да, на всю внутреннюю динамику. А Балтийские очень маленькие и не всегда есть ресурсы. Да, но тем не менее есть как бы целый ряд просто, ну, о Штатах я говорю всегда отдельно, потому что у них свои национальные фонды. В Европе это редко, это скорее не национальные фонды, но это общеевропейские фонды, и есть несколько как фондов, так и в том числе проектов Еврокомиссии, например, и в целом Европейского Союза, которые направлены на поддержку. То есть недостатка ресурса как бы нет, да, при желании найти их? Я думаю, что при желании, да, но опять же вопрос и обеспечения адвокатов, обеспечения семей, это, ну, и для любого фонда все равно это довольно большие деньги, да, и вопрос в том, что усилия эти должны быть сконцентрированы. Мы давно про это говорили уже, ну, минимум полгода, это довольно публичная дискуссия о том, что должен быть создан фонд, очень прозрачные, где будет фонд видно, поддержки как... политзаключенных, да, вы имеете, да? Да, где будет видно как потребности людей, так и скоординированная целенаправленная помощь, да, и понятно, в зависимости от потребностей и от срочности каждого дела будет направляться эта поддержка, потому что сейчас это очень разрозненная помощь, кто, сколько каждая организация хоть как-то смогла где-то собрать и найти, эта помощь предоставляется. Поэтому, ну, опять же, я думаю, это одна из очень приоритетных задач для того, чтобы такой фонд поддержки был создан, и для того, чтобы, ну, первое, это, правда, очень, наверное, из таких вот вещей позорных, то, что до сих пор это не было создано, до сих пор нету хорошей целенаправленной помощи, поддержки, чтобы хотя бы люди не платили сами за адвокатов, не платили за поездки в Москву или, ну, там, за передачи, которые они собирают. Буквально перед эфиром я узнал о том, что вы только в 2014 году в Украину переехали из Беларуси. Можно ли вообще сравнивать, я понимаю, что очень сложно, с правозащитой, которая проводилась в самой Беларуси, да? Или все-таки Беларусь — это признанное государство и более-менее открытая территория, да? Или с Крымом ничем нельзя поделиться вот в этой борьбе с какими-то, с каким-то наработанным опытом, который был в Беларуси? Да, это одно из тех вещей, которые мне сразу бросались в глаза. Это очень... В каких-то вещах очень схожие тенденции авторитарного режима, потому что, ну, методы подавления, инструменты и особенно подавление общественной активности, они в принципе на постсоветском пространстве в авторитарных режимах очень похожи. И, по крайней мере, очень долго у нас были эти параллели, когда какие-то вещи происходили в Беларуси репрессивные, они потом там отзеркаливались в России, происходило то же самое. Наверное, из тех вещей, которые непосредственные, самые там важные, Беларусь в условиях авторитаризма живет 20 лет. И самое страшное, что произошло в Беларуси, это полная маргинализация гражданского общества и разделение очень сильного общества. Те люди, которые занимаются активизмом, они в глазах общества выглядят просто маргиналами. Да? То есть это не часть общепринятого и такого, чтобы люди понимали. Сумасшедшими, бездельниками, да. Людьми, которые живут на западные гранты. И люди понимают, что это, что это опасно очень. Выйти на площадь и сказать, что ты думаешь, это опасно, тебя посадят в тюрьму, или у тебя будут неприятности, у тебя заберут бизнес, тебя конфискуют. И за 20 лет это вошло уже в привычку. И это то страшное, с чем мы можем столкнуться в условиях долгой оккупации, в условиях очень длительного сопротивления. И это, наверное, для меня один из самых страшных и больших вызовов нам, как не маргинализировать с одной стороны, да, как не сделать... вот это делом только узкая группа лиц. С одной стороны, с точки зрения правозащиты... А вы считаете, что в Крыму это тоже уже маргинализировано? И кроме того всплеска там, соседей, родственников, которые выходят стримить с очередного задержания, другой активности уже нет? Ну, я думаю, что... То есть этот процесс явно происходит, да, и он будет происходить и будет усугубляться. Но для меня, например, когда в Беларуси, в которой абсолютно подавлен любой активизм, у нас не выходили бы соседи стримить. Для меня то, что происходит, и это только... Ярко, да, и это только, ну, правда, усиливается. Я была очень поражена вот задержаниями на этой неделе, когда 10 человек арестовали, и в суд пришло еще больше людей. И они сидели до 12 часов, пока все судебные процессы не закончились. И с одной стороны, с другой стороны, что я хотела сказать с точки зрения правозащиты, в Беларуси, кроме этой маргинализации, правозащита сводилась вот к этой, только к защите своих. И мне здесь очень важным кажется, в Крыму, кроме того, что мы защищаем, мы боремся и всегда будем бороться за тех людей, которые сидят по политическим мотивам, очень важно также помогать со всеми юридическими вопросами и защитой в целом очень широкого спектра прав. Это все вещи, связанные с трудовыми правами, это вещи, связанные с очень обычными паспортами, с пересечением границы, с недвижимостью. Все маленькие вещи, которые хоть как-то возникают,
Точно так же должна быть включенность и помощь. И только так мы сможем хоть немножко постараться не дать этому маргинализироваться, да, не дать этому стать просто вот делом узкой, очень узкой группы людей. То есть вас вот такая крымско-татарская солидарность, она воодушевила, я так понял, да? Вот не просто воодушевила, но как бы продолжает воодушевлять. И для меня, наверное, ну вот в той работе, которую мы здесь делаем ежедневно, думая о тех людях, которые в Крыму продолжают выходить, выходят, каждый день выходят под суд, каждый день ходят на заседание Ахтема Чигоза. Для нас это является и одновременно вдохновением, и одновременно ответственностью и для меня, и для всей нашей команды. Я даже не ожидал, что вот этот блок мы будем заканчивать один из самых сложных блоков преследований, вот такой на такой позитивной ноте, да, хотя нельзя не согласиться, что несмотря на все это, именно солидарность, она и воодушевляет. Евгений Андреюк, Крымсос, правозащитник. А в следующем блоке мы будем говорить о современных этапах крымско-татарского национально-освободительного движения. И ждем, что в нашем эфире будет Мустафа Джамилев.